Друзья, всем привет! Новое видео с Минского автоконфиската. Посмотрим новые поступления. А также бонусом будет во второй половине видео. Посмотрим самые более-менее, на мой взгляд, неплохие варианты, которые на данный момент продаются на Минском автоконфискате. Друзья, а также спонсором сегодняшнего видео является мобильное приложение «Автолом», которое поспособствует вам быстро, а главное, на хороших условиях продать свой аварийный автомобиль. В общем, друзья, рекомендую. Приложение отдельное, интуитивно понятное, главное, бесплатное для того, кто хочет что-то продать. Ссылочка традиционно под видео в описании. Я не занимаюсь подбором автомобилей, так как я недостаточно хорошо разбираюсь в автомобилях. Но, тем не менее, какие-то навыки есть, пускай и минимальные. Так что, если вы хотите купить себе автомобиль, то, в принципе, если вы находитесь в Минске или где-то поблизости, то, в принципе, пишите мне в комментариях. Попробую поспособствовать вам к этому, помочь выбрать автомобиль. Поедем, посмотрим. Помогу, как смогу. В общем, денег никаких не надо. Чисто просто будет рубрика новая на канале, которая будет связана с покупкой автомобиля подписчику. Ну, как-то так, друзья. Друзья, Peugeot 807, 2004 год, 2 литра дизель, 9516 рублей. За нее просят стартовая цена через интернет-аукцион. Можно видеть на пятиступенчатой механике, полноценный 7-местный автомобиль, хотя задних сидений нету, но тем не менее заводом они предусмотрены. Зимняя резина шипованная, кстати, неплохая. Ну, друзья, по состоянию, то есть получается по деньгам где-то 4600, 4700 долларов за 2004 год, ну не знаю, судите сами. Что касается салона, ну салон требует на самом деле химчистки, так как достаточно он грязный, как передние, так и задние сиденья. Ну а визуально есть, конечно, недочеты в виде мелких царапин, следов, так сказать, эксплуатации. Без этого, наверное, все-таки никуда. Ну и здесь есть из таких нюансов, что бросается в глаза, хотя нет, дверь задняя открыта просто, поэтому оно, ну, можно видеть зазор сверху больше, снизу вообще его почти нету. Ну есть мелкие нюансы, но в целом выглядит, наверное, более-менее нормально. Друзья, следующий автомобиль — это Toyota Corolla 2004 года, 1.6 бензин. Можно видеть информация, что аукцион будет проводиться посредством публичных торгов 25.07.2019 в 14.00. То есть просят за него 3960 белорусских рублей, то есть меньше 2000 долларов, где-то 1850-1900 долларов, если переводить в доллары, стартовая цена. Ну, из нюансов можно видеть, что очень сильно такое большое количество сколов на переднем бампере, также есть сколы на капоте, которые уже превращаются в небольшие жучки. Ну, достаточно мутные фары передние, требующие полировки, но это не самое тут плохое, скажем так. Что касается самого кузова, можно видеть, что крылья достаточно гнилые, то есть арки, ну, на добрый толк, крылья под замену, пороги тоже надо делать. Резина на самом деле еще более или менее на литых дисках. Салон ткань, механическая пятиступенчатая коробка передач. Ну вот, что касается задней части автомобиля, конечно, большое количество здесь царапин всевозможных. Но что касается задних крыльев, то с точки зрения гнили, здесь, конечно, они вроде как не гнилые. Но вот треснут задний бампер. Ну, в целом, даже бампер этот можно заклеить, сделать. Ну да, задняя часть автомобиля. Хотя, друзья, смотрите. То есть вообще вся вот эта вот сторона, она, в принципе, в более-менее нормальном состоянии.
даже порог, давайте посмотрим вот этот. И посмотрим с другой стороны. То есть вот эта сторона, конечно, не в лучшем состоянии. Друзья, также вот появился такой вот фургон Fiat Ducato. Информации по нему пока нету, так как он еще на приемке. Но можно видеть, есть здесь небольшие нюансы по переднему капоту, слазит лак. Но в целом видно, что автомобиль достаточно свежий. Резина средняя, по коррозии. В принципе, коррозии никакой я не вижу. Вот есть повреждение на переднем зеркале с водительской стороны. Но спереди три места. Понятное дело, механическая коробка передач с дубль кабиной. То есть, по сути, семиместный автомобиль, такой фургон. И плюс вот такой вот тентованный кузов у него. Сзади резина, ну, в более-менее нормальном состоянии. В общем, друзья, как появится на него цена, обязательно покажу более подробно. Вот так он выглядит со стороны. Ну, в принципе, неплохой фургончик. Еще можно видеть на номерах, даже номера еще не сняли. Друзья, на вот этот спринтер, который в прошлый раз показывал, появилась цена, он 2000 года. Дизель 7560 белорусских рублей. То есть примерно получается 3650-3700 долларов. Ну, он достаточно гнилой, резина, конечно, неплохая, но можно видеть по кузову, конечно, есть здесь вопросы пассажирские. Ну, в общем, задняя дверь получше, чем сбоку он выглядит, но, тем не менее, очень-очень, друзья, гнилой, можно видеть. Ну, и цена, в принципе, 2000 год. 2000, друзья, год, и получается 3700, грубо говоря, долларов. Ну, внутри вроде бы комплектный. По салону можно видеть, это пассажирский. Но по кузову, друзья, здесь, конечно, требует серьезных работ, он сварочных, очень даже серьезных, так как сгнил автобус очень сильно. Ребят, появилась вот такая вот Ивека, еще нету на нее ценника, но визуально очень в достойном состоянии. Это рефрижератор выглядит, ну, видно, очень хорошего года, судя по всему. То есть смотрите, резина. Ну, здесь какие-то небольшие повреждения на ней, но в целом резина неплохая. Фургон вообще, ну, в достойном, друзья, визуально очень даже в достойном состоянии. Задняя резина вообще отличная, практически как новая выглядит. То есть, как ценник тоже появится, обязательно подсниму, покажу вам. То есть, в целом выглядит неплохо. Друзья, сейчас мы посмотрим автомобили, как я говорил, бонусом, которые, на мой взгляд, ну, имеют привлекательную цену и более-менее нормальный внешний вид. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Понятно, это при условии, если ходовая у них, там, мотор, подвеска, все в нормальном состоянии. Первый — это Citroёn Vision, так, 97 год, 1.9 дизель. Просят за него 83, извиняюсь, рубля белорусских. То есть получается где-то 2400-2450 долларов. Вот у него можно видеть зимняя, но неплохая резина, как передняя, так и, судя по всему, задняя. Хотя вот задняя лысоватая. Смотрим, друзья. Салон ткань, ну, конечно, водительское сиденье в плачевном состоянии на самом деле. То есть уже подушатанное, можно видеть. Ну, в принципе, дизель, судя по затертому рулю, и пробег здесь тоже не маленький. Кулиса передач вообще, вон рукоять заменена, так что пробег, наверное, большой. Но все-таки будем рассчитывать, что если двигатель
коробках, отдавая в более-менее нормальном состоянии, то этих денег он, соответственно, я думаю, стоит. Потому что по кузову сказать, что он сильно гнилой, я не могу. Конечно, есть вот такие нюансы, требуют тоже здесь сварочные работы, но в целом, если с ходовой все в порядке, то этих денег, друзья, я думаю, он стоит. То есть получается где-то 2400 долларов приблизительно для дизеля. Есть, конечно, небольшие вмятины, но в целом, если так посмотреть, вот здесь, может быть, на пороге все-таки требует он каких-то работ, но все-таки, друзья, 97-й год. Друзья, также решил я вам показать вот этот вот Hyundai Elantra, так как, конечно, он в плачевном состоянии, можно видеть, что он тут весь со шпаклевки, гнилой, растрескавшийся. Но из плюсов неплохая зимняя резина, литые диски. И из плюсов это еще его цена. 95-й год, 1.6 бензин, 680 рублей. Друзья, грубо говоря, 300 долларов. Может, чуть-чуть больше, чем 300 долларов. С учетом, если он на ходу и передвигается своим ходом, то, в принципе, это небольшая цена для него. Так как даже если его продавать по запчастям, продать двигатель, коробка, и вот вам... Он полностью окупает свою стоимость. Ну, плюс литые диски и неплохая зимняя резина. Очень в достойном состоянии. Универсал. Ну, здесь, конечно, недочетов уйма, друзья. Но не будем забывать, что автомобиль, грубо говоря, стоит 300 долларов. Чуть-чуть больше 300. Mazda 323, друзья, 97 года, 1.5 бензин, 1467 рублей, то есть, грубо говоря, 700 долларов. Также с поправкой на то, что если ходовая здесь живая, то также он этих денег, на мой взгляд, стоит. Резина нормальная, ну есть коррозия, конечно, что вы хотели, 97 год, но цена 700 долларов, повторюсь. То есть на механической коробке передач, ну, салон комплектный, выглядит для его лет неплохо. Ну, конечно, задние арки здесь беда, друзья. Не без этого. Но, на мой взгляд, в таком состоянии 700 долларов, наверное, имеет место быть. Volvo V40 в универсале. Смотрите, 98 год, 1.7 бензин, 3134 рубля. То есть 1500 долларов. Есть, конечно, коррозия, не без этого. Из плюсов литые диски неплохие, резина в хорошем еще состоянии, как передняя, так и задняя. Понятно, что с порогами вот такая вот беда, друзья. Но не будем забывать, что цена всего 1500 долларов. На кожаном салоне механическая пятиступенчатая коробка передач. То есть, соответственно, этих денег он стоит. Ну, здесь резина задняя не очень. Но в целом, сугубо мое мнение, что цена соответствует. Друзья, Ford Mondeo 2 в универсале 2000 года. 1.8 дизель. 1890 белорусских рублей, то есть, ну, 900 долларов, друзья, за него просят. Резина, конечно, лысоватая, но по переду он выглядит еще более-менее нормально. Арки, друзья, как-то так. Пороги, арки задние, арки надо задние менять. Тут можно видеть, что их просто-напросто нету. Салон ткань, пятиступенчатая механика. Ну, в принципе, друзья, меньше 1000 долларов, 2000 год, не самый плохой вариант, несмотря на то, что он требует сварочных работ. Потому что в целом, как говорится, автомобиль форму держит. То есть, в целом он выглядит более-менее нормально. Особенно, если учитывать, что это 900 долларов. Nissan Primera
98-го, друзья, года, 2 литра бензин. Просят за нее 1701 рубль. То есть, грубо говоря, 800 долларов. Вот вам, пожалуйста, 98-го года, 800 долларов. В достойном состоянии резина. Как спереди, так и... Ну, сзади не сказать, что она совсем хорошая, но еще более-менее. По салону, друзья, здесь механическая коробка передач. Вот что я могу отметить, что салон в неплохом состоянии, если учитывать, что это 98-й год. Даже очень, я бы сказал, в достойном состоянии. Ну и в целом смотрится она, чисто внешний вид, неплохо она смотрится. Есть, конечно, коцки разные, но какой-то, знаете, коррозии сквозной прям я не вижу. Выглядит все неплохо на самом деле. Ну, есть, конечно, есть вот такие вот куцки, не без этого. Но в целом, друзья, повторюсь, этих денег она точно стоит. Ну, судя по всему, с правой стороны, что я вам показал заднюю покрышку и сказал, что она такая средняя. Ну, это, скорее всего, была запаска, так как вот, скорее всего, там она была пробита и, скорее всего, даже лежит в багажнике. Ну, в целом, блин, друзья, на самом деле для 98-го года очень-очень-очень в достойном состоянии. По крайней мере, внешний вид. Друзья, ну, сами посудите, 98-й год, 800 долларов. Друзья, Peugeot 207 2008 года, в принципе, есть, конечно, по нему нюансы, но в целом цена интересная. 6652 рубля, то есть где-то 3200 долларов. По нюансам, конечно, есть вот такие вот нюансики, друзья. Здесь решетка поломана, но в целом, если бампер вот можно видеть треснутый, но в целом, повторюсь, если все-таки он заводится и ездит, и по ходовке все в неплохом состоянии, то очень даже неплохой вариант. Зимняя резина шипованная, литые диски Peugeot. То есть, да, здесь примяты еще и пороги. Ну, в целом неплохой вариант. На автоматической коробке передач можно видеть. Внутри комплектный. Ну, конечно, требующий химчистки на добрый толк. Автомобиль пятидверный. Ну, друзья, интересный вариант. За эти деньги, за 3 с небольшим тысячи долларов. В общем, если никаких нюансов по ходовке нету, то вариант очень даже неплохой.